Приветствую всех, дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Владимир, и мы продолжаем играть в карьеру за Hull City. Впереди у нас матч против МЮ. Видите, мы продолжаем сидеть на первом месте. МЮ на четвертом. Ближайший преследователь отстает от нас на 5 очок. Их аж двое. Ман Сити, Челси. Так, что произошло не на записи? Ну, я сыграл товарищеские матчи, просимулировал их, в принципе, толку от них. Выиграл 4-2 у КПР. Такой непростой был матч. Вел 2-0, потом они сравняли 2-2, но потом я их все-таки дожал. В итоге 4-2. Ну и очень непростой матч против Астон Виллы. Территориальное преимущество было за мной. По ударам было тоже за мной. Но в деле вымучал победу 1-0. Там вратарь сыграл нерасторопно. Отбил мяч перед собой. И Баласи был расторопнее всех защитников Астон Виллы. Добил мяч, так сказать, отправил снаряд по назначению, вот так вот. Я решил поставить основу против МЮ, а на Олимпиакос выпустил немножко другой состав, так сказать, облегченный. Все-таки за чемпионат надо бороться, но и думаю, на Олимпиакос хватит второго состава. А то, если проиграю МЮ, например, вторым составом, то будет обидно. И, соответственно, это плохо повлияет на моральное состояние команды. А так, в принципе, думаю, дублеры справятся. Так что погнали. И, кстати, Hull City прошел Трёнчин, вот так. Но следующая команда, которая их ждет, это Штутгарт. Так что, думаю, дальше Hull City вряд ли сможет просунуться. Штутгарт, это не Трёнчин. Хотя кто его знает, всякое бывает. Всем здравствуйте! Я Юрий Розов. Дождик. Коллега Василий Соловьев, рады приветствовать вас на Сколько будет? Футболе. На британском футболе. Английская премьер-лига к вашим услугам. Сегодня нас ждет выдающийся футбол. Я так. Это знаю еще до матча. Можешь со мной не спорить на эту тему, Юра. Лидер чемпионата встречается с командой, которая идет четвертой. Ну, покажите их расстановку. Ставки растут. На испанка. Сменится ли лидер или все останется на своих местах. Так. Ну что ж, погода вносит свои коррективы. Ясно. Лучше, наверное, Кагаву придержать. Будет проблема. Нани я постарался за сборную вымотать. Ну, я ее ставил в основу. Так что, думаю, может быть немножко уставшим. Хотя, кто ее знает. Борха Валеро. Так, Видич 79. Да. 4. Ван Перси. Выносливость так себе. Странно, вроде бы же Ван Перси не слабый игрок. Че ему так силу занизили? Хотя он не молодой, уже 32.
хорошо. Погнали. Ну что ж, посмотрим, что принесет нам сегодняшний матч. Давай, Аль-Мохаммед. Вступают игроки в борьбу за мяч, довольно жестко получается. Такова. Видишь? Фил Джонс. Не получилось, придется все начинать сначала. Да, Джонс. Тебе не стоило принимать мяч. И если пробьет отсюда, может быть очень опасно. Это очень опасно. Это шанс. Охренеть. Спокойно, уверенно и полезно для своей команды. Деха, молодец. Получил, отдал, открылся. Закон футбола на коротке. Видишь? Побег. Брэд Джонс. Нормально, видишь? Перси. Интересуюсь у коллеги своего, как сегодня Манчестер Юнайтед, удивит нас или нет? Если кто и работает на поле, так это он. Давай, давай, Сагбо. Если угодно, в разрез. Думаю, надо бить и забивать. И вот он удар. Красавчик. Удар и вынимай. Молодец. Шикарный мяч забил. По-моему, все только и ждали этого гола. От этого парня даже защитники растерялись. И счет 1-0, а прошло всего лишь 13 минут. Говорю всего лишь, потому что все, что в первые полчаса забивается, это гол быстрый. Побел. Побел, ты куда? Так, попридержим мячик. Иди. Вернем. Тут за Брейди немножко охотится. Перевести дух. Отборолись оба по полной программе. Молодец. Мог отскочить, наверное, и в другом направлении. Не получилось подать. Улетел, куда улетел? За пределы поля. Лишнее движение сделал. Блин. Достает голкипер этот мяч, но не может удержать его в руках. Рафаэл. Не получилось, ребятки. Давай, давай, давай. Что и на коротке. Противоборство на фланге, в пользу защиты заканчивается. Нане. Не прошло. Опасный момент.
Близко, но... С какой он лучше бьет, слева или правый? Да, и сейчас явно не стой. Близко, но промазал. Подава. Великолепный дриблер. Порой заигрывается, конечно, но публике-то это нравится. Брэд Джонс. Это ударная позиция. Для... Думаю, надо бить и забивать. Не надо забивать вам. Давай, Баласи. Подава. Рафаэл. Нарушение? В пользу Манчестер Юнайтед. А, в пользу нашего. Ты чё, комментатор? Так. Ну-ка. Попробуем навесить туда. Не достали. Думаю, надо бить и забивать. Ну же! У игрока меньше пространства, меньше времени, он бы как бы и более экономно сыграл. А здесь ему не получилось. Как угодно, а вот не забил. Да, что-то расфантазировался. Хотя, может, угловой, да, угловой. Все-таки вратарь помешал. Хороший момент. Ван Перси. Соперник теряет мяч в середине. Статистика. Мячик наш. На ваших экранах. Прийди. Нельзя это промазать. Внимательно сыграно. Подава. Молодец, Честер. Очень бы хотелось посмотреть, как в центре эту атаку поддерживают. Офсайд. Это будет пас туда, в штрафную. Чуть-чуть поторопился игрок и забежал в офсайд. Тут недавно я вычитал еще такую новость, что... В принципе, не недавно, а сегодня. Что Голландская Федерация Футбола обратилась к... 1-0 после первого тайма. ФИФА. Чтобы они... дали добро на проведение эксперимента с повторами. Точнее, с судьей, который бы сидел за монитором и смотрел повторы. И подсказывал главному, что произошло по ходу там спорных моментов. Ну, дай бог. Давно уже это пора. А то много спорных моментов. Точнее, есть такие моменты, которые решают фактически весь матч. Так, ну тут, видите, мой МЮ 0 ударов вообще. Надо продолжать прессинговать их. И вот чтобы второй забить. Свисток, время начать второй тайм. Его по жребию начинает Манчестер Юнайтед. Хороший шанс до удара. Дистанция не имеет значения, потому что позиция требует удара поворотом. Ван Перси и отражает этот удар. Что там лежит мой игрок? Только что там. И что здесь? Пока что остановка. Ван Перси. Молодец, вратарь. Приложил это здорово. Парня, но думаю, хорош. Что не уйдет. Что скажете, Александр? Здесь ты чухайся. Игроку явно некомфортно, но пока замены он не просит. Спасибо. Это жалко терять основного правого бэка. Эффектный пас точно в ноги партнеру. Вот это, пожалуй, можно уже назвать и комбинацией. И теперь посмотрим, ошибется ли соперник. О, Калаш очнулся уже. Очухался, точнее, от травмы. Небольшое микроповреждение было.
Спокойненько. Игроки МЮ пытаются перекрыть нам воздух. Но мы будем играть в стиле Барсы. Не первая передача и не вторая серия. Вот момент. Но это мнение современного футбола. Не давать бить или блокировать удары. Как получится. Готово. Брэнди. Нане. Без всяких усилий перехватывает игрок мяч. Идет второй тайм, и надо отбиваться, о, в том числе и с помощью... Выпустил новых. Более юркого. Эрнандеса. Чичарито, как его там кличка. Атакует Манчестер, может бить игрок. Мяч отскакивает от игрока и уходит за... Так от нас вышел, да? Ну да, наш игрок помешал. Ну хватит уже показывать. А, нет, все-таки не от нас. Так, сейчас посмотрим по персоналочке. Да, Чичарито такой шустренький пацанчик. Вот я не знаю, вот почему в Англии, вот это я точно знаю, что только южноамериканским игрокам можно использовать вот эти свои кликухи, а не фамилии. Абсолютный резонанс в действиях футболистов хозяйской команды и поклонников этого клуба. Великолепная атмосфера помогает команде играть фигня на своем поле. Как... Ну, конечно, у них такая там фамилия. Неужто не забьет? Что? Временами слишком много всяких Педриньо, еще там кто-то. Фил Джонс. Так, мой мячик. Блин, не получилось стеночку сыграть. И вот потеря в центре поля. Эль Мохаммеди набирает скорость. Должен быть гол. Тушим пожары, делаем это профессионально. А так? Даже трудно было. Блин. В эпизоде ему, но он молодец. Не получилось, к сожалению, забить. Вратарь вроде бы потянул, да? Да, потянул. Молодец. Что тут скажешь? Пройди. Ну, давай. Блин, зараза. Опять потянул. Брейди классно пробил. Ну, вратарь видел момент удара просто. Так, что у нас по составу? Все нормально. Но персоналочку надо проверить. Все так же. Так, Палюка. Ах, как неудачно угловой-то разыгран. Есть варианты атаку развить. Эль Мохаммеди. Не получилось Янга прийти. Янг такой оказался настырный парень.
Не было там нарушения? Должен Манчестер игру продолжать, мне кажется. Арбитр не остановил игру и лишь затем раздался свисток. Да ладно, ничего там не было такого. А если игрок Манчестер Юнайтед... Молодец. Сейчас... Защитник не дал пробить. Свисток все ближе на трибуну, становится все горячее. А вот смогут ли хозяева воспользоваться? Давай, Сагбо. Перевернуть все с ног на голову покажет только игра. Такой прорыв. Удар! Блин, слишком сблизился. Пас вверх Эрнандесу. А ведь было очень опасно, если бы не этот парень, глядишь, и гол сложился бы. Нужно найти в себе силы, организовать давление, пойти к чужим воротам. Можно пропустить это, да, но за 5 минут надо гол забивать. Так, надо замену делать. Или Мохаммеди на Стюарта менять. Так, а Люка подустал, на Уэллса поменяю его, да? Вот так вот. Сагбо. На межполовину поля не покинул. Навесик. Нельзя это промазать. Передача на пол. Ах, какой удар! Ну, да, неудобно было бить. Никуда он не попадет, потому что удар не точен. На нервной почве футболист... Очень неудобно было бить. Можно было, конечно, в центр попробовать отдать, но... Между ударом и пасом я выберу удар. Но Борха Валера, в принципе, нормально играл. Почему его сняли? Может, конечно, подустал. Том Клеверли. Там Баласи. На опережение, момент приема атаковал, успел мяч сыграть, все по правилам. Да. Так. Право на стандарт. Блин. Манчестер Юнайтед. Нарушил правила. Не забили. Вот так. Выкусите. Баласи добил их. Баласи растет в толкового игрока. У него хорошее голевое чутье. И мощный довольно-таки. Так, можно... Можно еще сделать замену. Баласи снять, выпустить Шенни. Слуга пасующего. Да. Вот так. Нормально. Пара забитых мячей. 2-0. Не дали МЮ разогнаться. Реализовали свои моменты, хотя можно было и больше. Не дали реализовать моменты противника. Противнику, то есть. И все хорошо. Самое главное не забить, а не дать забить соперника. А в преферансе главное распасовка. Да.
в начале, конечно, быстрый гол нам неплохо помог. Думаю, следующей игры ждать недолго. С вами был Юрий Розанов. Всего доброго. Смотрите, у них всего лишь 3 удара и 1 створ. Владение мячом у нас какое? Зашкаливает. Можно было еще больше, но это уже... Мы еще до Барса не доросли. Что называется. У нас 12 ударов, 7 створ. И Сагбо 84 получил. Молодец. Так. А сейчас у нас будет очень важный матч против Олимпиакоса. Но это будет в следующей серии. А пока всем спасибо за просмотр. Если понравилось, можете ставить пальцы вверх. И до встречи в следующей серии. Всем пока.